Телеканал КРТ представляє. Напевно, багатьох жінок турбує питання, як виглядати на мільйон, не витративши при цьому багато грошей. Для того, щоб виглядати стильно і сучасно, зовсім не обов'язково купувати дорогі речі. Потрібно знати основні правила. Про деякі з них я вам сьогодні розповім. Отже, сьогодні ви побачите правильний базовий гардероб, розумна економія ваших грошей, як еко-хутро стало моднішим за натуральне, мастхеви жіночої косметички, золотий глобус 2020, хто з голівудських зірок обрав найгіршу сукню. Для того, щоб розібратися в тому, як економити та виглядати стильно, я вирушила до столичного торгівельного центру. Моїм гідом по стилю сьогодні став молодий талановитий дизайнер Ян Степаненко, власник бренду YS та його персональна модель Елен Янгбере. Розкажіть, будь ласка, що таке базовий гардероб? Базовый гардероб, я бы сказал, что это набор одежды, состоящих из универсальных вещей, которые вы могли бы комплектовать со всем, что у вас есть в вашем гардеробе, в принципе, да, в вашем шкафу. Это, наверное, те универсальные вещи, которые подойдут на все случаи жизни и будут комбинироваться с каждой, даже самой пестрой вещью в вашем гардеробе. Я бы сказал, это, наверное, должны быть те вещи, которые вам было бы комфортно носить на ежедневной основе. Но стоит не забывать и не заблуждаться, что некоторые думают, что базовые вещи, значит, скучные, не модные, не стильные. Я бы сказал наоборот. Это, наверное, те вещи, которые должны идти даже на шаг вперед, потому что именно тот человек, который умеет создать образ базовых вещей, я считаю, для меня это, ну, икона стиля, икона вообще, в принципе, моды, потому что если человек может создать таких базовых вещей, как черный гольф, черные джинсы, базовый, например, двубортный пиджак, оверсайз, он всегда будет выглядеть стильно и актуально. Поэтому я бы советовал иметь эту базу всегда при себе, потому что она поможет вам в любой ситуации. Тобто, маючи базовий гардероб, правильний, можливо, економити та виглядати стильно? Економити 100% можна, тому що має, я би сказав, хорошо, не 4, а 6 вещей, которые сочетаются между собой, всегда можно сэкономить. В первую очередь, идет много мифов о базовом гардеробе, но, наверное, один из главных мифов – это о том, что базовый гардероб и базовые вещи из трех цветов должны состоять, да? Белый, черный, бежевый, ну, в некоторых случаях серый. Не на всех этот аналог работает, потому что это достаточно такие глубокие по контрастности цвета, и не под все типажи он идет, да? Поэтому я советую своим клиентам выбирать полутона, чтобы немножко, если по вашему типажу они вам резкие, то всегда полутона вам в этом помогут. Если они комбинируются все в какую-то одну композицию в один лук, плюс-минус со всем вашим гардеробом, то они всегда придут вам на помощь. А какие самые вещи нужно иметь в базовом гардеробе? Да. Такие, чтобы самые такие важные, да, белая рубашка, это, наверное, номер один у меня, потому что ее можно надеть на все случаи жизни. Если вы идете с подругой на кофе, просто, не знаю, вы мама в декрете, вы идете с подругой на кофе, расслабленно, вы можете одеть белую рубашку расслабленную, да, под черные джинсы, например, и какие-то, например, туфельки на Kitten Heels, которые сейчас в тренде, да, уже мы все отходим от танкеток и все переходят на маленькие каблучки, потому что это уже становится классикой в наше время. Из того, что сейчас представлено в Заре, с последней, да, их коллекции, я все-таки обратил внимание на вот эту рубашку, потому что она достаточно расслабленная, она не плотная, то есть то, что нам нужно, да, то есть, под, например, даже джинсы рваные, да, внизу необработанные концы, она будет смотреться расслабленно. То, что я говорил, фурнитура, то есть, да, детали, они, вот пуговички, они достаточно массивные для некоторых были бы, может быть, для некоторых даже too much, но в том комплекте, которым я покажу, как их можно сочетать, оно не будет выглядеть too much, и действительно будет выглядеть ногу со временем и актуально. Вторая вещь.
вещь базового гардероба, это, наверное, будет блейзер, который я бы советовал, потому что именно эта вещь вас спасет в любом случае, который вы попадете в вашей жизни, особенно за границей. Потому что вы никогда не знаете, едете ли вы на отдых, а потом вдруг у вас появится какая-то бизнес-встреча. То есть я сейчас говорю о бизнес-вумен. Вы всегда должны быть готовы. Поэтому такая вещь, хоть он и не очень и базовый, я бы сказал, да, он не черный, как мы привыкли, он двубортный, то есть немножко мы уже отходим, да, от той классики, к которой мы все привыкли, но я считаю, что именно этот цвет, сейчас клетка, очень актуальна, в стиле такой а-ля Балман. Мне очень нравится эти пуговицы, он выглядит дорого, он выглядит, я не знаю, сколько тут процентов шерсти, но выглядит он добротно, и я считаю, что его можно одевать и под черные джинсы, его можно одевать под плиссированные юбки, как мы сегодня покажем в нашем комплекте, его можно одевать под что угодно. Следующий элемент базового гардероба для спортивной девушки, которая действительно, у нее такой очень быстрый образ жизни, она постоянно на ходу, ей нужно быть комфортно, удобно, тепло, то это именно тот случай в наше время, когда пуховики действительно мы видели уже с коллекции Moncler, когда они делали целое платье, с коллекцией последней Hermes, когда они действительно уже вносят пуховик как вечерний гардероб, то я бы брал пуховик самый массивный, самый теплый, самый пушистый, самый комфортный. Действительно, чтобы вы в нем чувствовали себя, как в покрывале, как в одеяле. Вот такой вариант, действительно, если брать элечку, да, самый свободный, вам будет в случае под все. Под сарафан летящий, с грубыми ботинками, под казаки с тем же сарафаном, под джинсы, если вы спортивная, да, девушка, вам нужно быть удобно, просто с рафаэч необработанными, под все. Действительно, очень комфортная вещь, и в данное время уже становится такая классика именно даже в вечернем гардеробе. Следующий элемент, который я бы хотел бы рассказать и сделать такой даже акцент, это то, что уже в масс-маркет наконец-то завез самую модность, которая будет у нас, наверное, еще на 2 сезона уж 100%. Это такие грубые массивные ботинки. Это действительно в трендах на 2019-2020 осень-зима. Они сейчас вступили в ход от нашего гениального Дэниела Ли, креативного директора Bottega Veneta. И действительно, это обувь под все на данный момент. То есть мы сейчас уже отходим от казаков, мы отходим уже от всех вот этих а-ля грубых ботинок с перлами, с камнями и со стразами, и переходим на вот такую обувь. Одеваем его под все, под сарафан, под юбку, плиссе тоже, да, под что-то летящее максимально, такое легкое. Не надо думать, что если они массивные, то мы их одеваем только там под джинсы. И такие, причем толстые какие-то джинсы или там кожаные штаны. Нет. Одеваем его под все летящее, расслабленное, максимально показываем контраст, потому что многие сейчас боятся, да, на таких на гранях одеваться. Некоторые думают, что если летящее платье, то только босоножечки. Нет, действительно, не бойтесь экспериментировать, не бойтесь никогда идти на какой-то риск, потому что именно такие рисковые образы действительно будут самыми-самыми актуальными в этом сезоне. Кожним роком кількість людей, які відмовляються купувати вироби з натурального хутра, тільки росте. Серед тих, хто бажає віддати перевагу штучному хутру, частенько виявляються знамениті та заможні люди, які роблять це не заради економії, а й з гуманних міркувань. Іспанська кіноактриса Пенелопа Крус проти знущань над тваринами заради красивих речей. Вона давно відмовилась носити натуральне хутро, а також не радить робити цього іншим. Зоозахисники називають Пенелопу зразком гламуру без використання шкіри та хутра живих істот.
Американський актор Хоакін Фенікс також є захисником тварин від жорстокого поводження. У житті актор відмовляється носити натуральні хутро та шкіру. Він навіть відмовляється грати у кіно, якщо його костюм не буде створений зі штучних матеріалів. Світ змінюється, і сьогодні вже споживачі диктують модним будинкам, з чого створювати трендові колекції і які саме. Ряд модних брендів, таких як Calvin Klein, Barbery, Michael Kors, вже давно відмовилися від використання натурального хутра. Нещодавно до них приєднався і модний дім Versace. Заявила сестра засновника Versace Джанні Versace. Суспільство стало усвідомлено відноситися до планети, особливо до захисту тварин. Хутро? Я більше в цьому не беру участь. Не хочу вбивати тварин заради моди. Це здається мені невірним. Тому якщо ви бажаєте зберегти землю та її ресурси, економити та виглядати стильно, необхідно знати трохи більше про еко-шуби. Еко-хутро – це, уявіть собі, неначе взяли ниточки, нарізали їх і вплели або вклеїли в основу. Це є еко-хутро. Сьогодні технології здатні створювати штучне хутро на вищому рівні, що дозволяє купити виріб на будь-який смак і колір. Завдяки такому достатку вибору ви завжди будете стильними і яскравими. Якщо говорити про саме хутро, то тут різниця кольори, структура хутра, довше, коротше, під когось. Під норку, під мутон, під каракуль, під ламу і так далі. Якщо говорити про технології, то це або клеєне хутро, не дуже якісне, або, наприклад, ми використовуємо французьке хутро, вони вплітають в основу ці ниточки, воно дуже довговічне і дуже гарно носиться. Була історія, коли клієнтка у нас купила шубу, через місяць повернулася, говорить, мені потрібна така сама. Я кажу, що трапилось? Вона каже, вони її вкрали. Думала, що натурально десь чи в поліклініці, я не пам'ятаю, де саме. Тобто їх справді плутають з натуральними. Штучне хутро не вимагає спеціальних умов зберігання і транспортування. Воно легко переживе весняно-літній сезон, а кровожерна міль на нього не спокуситься. Також його легко чистити. Знаєте, завжди говорю, що клієнтам вам набриднеться шуба, поки ви її зносите. Я ще жодну не зносила. У мене одній вже 8 років, я ще її не зносила. Ну, вони дуже добре носяться, нічого їм не трапляється. Вони нічого не бояться, крім дуже високих температур, тобто не потрібно сушити там, наприклад, феном або на батареї, все інше їм не страшно, ніхто їх не їсть, води вони не бояться, тобто якщо змокли, просто її струсили, дали висохнути, вона як нова. Наприклад, шуби під норку купують абсолютно всі жінки, тобто там вік від 20 до, там немає межі, тому що це класика, по суті. Ці шубі можна виглядати дорого. По-перше, можна виглядати дуже трендово, а по-друге, можна навіть зімітувати якесь хутро, і небагато людей насправді їх відрізняє. Хочу сказати, що будь-який одяг, який ми купуємо, він не дуже екологічний, якщо ми викидаємо його у смітник. Еко-шубу, так само, як і інший одяг, краще здавати на переробку, щоб його правильно переробляли. Основний мінус еко-шуби може бути в тому, що вона може бути не дуже тепла, якщо вона не утеплена. Тобто завжди потрібно перевіряти і переуточнювати у виробника, який саме стоїть утеплювач. Все інше, якщо вона добре утеплена, вона буде тепла, вона добре носиться. Тобто, по суті, єдиний мінус – це якщо ви купили неутеплену шубу. Цінова категорія шуб від 3 тисяч гривень до 4. Найдорожча шубка у нас 4150 гривень. На закінчення можу сказати, що нескінченні заклики на захист тварин зробили свою справу. Адже щороку для виробництва натурального хутра у світі вбивають 100 мільйонів тварин. Тому тренд на штучне хутро набиратиме популярність. Та й самим модним брендам набагато легше працювати з таким матеріалом, адже він дешевше, простіше і повністю передбачуваний в процесі пошиття. Дуже часто дівчата знецінюють важливість повсякденного макіяжу, а тому дозволяють собі приходити на роботу без нього, що створює сонний і не зовсім доглянутий вигляд. Адже не кожна жінка, збираючись вранці на роботу чи навчання, готова витрачати багато часу на денний макіяж. Наш експерт сьогодні нам покаже, як за 10-15 хвилин створити мейкап та мати стильний та довершений образ.
Меня зовут Мария, я визажист, основатель своей студии, уже работаю около 8 лет. Какая бы хорошая кожа ни была, какая бы она ни была ухожена, все равно на ней есть недостатки. Это наша особенность, это наша анатомия. Поэтому наша задача, как женщины, эти недостатки скрыть и подчеркнуть достоинства. Я не говорю о суперграндиозном макияже, который должен там делаться 1.5-2 часа. Все можно подчеркнуть, красиво сделать за 10-15 минут. На самом деле, самые основные базовые продукты, их не должно быть очень много. Это может быть тон, это может быть тушь, пудра, хайлайтер, поскольку он сейчас очень популярный. Это должен быть какой-то карандаш для бровей, чтобы подчеркнуть бровки. Блеск или помада, этого вполне достаточно, чтобы сделать полноценный макияж на каждый день. В первую очередь умываемся, тонизируем, наносим свой дневной крем. Как показывает практика, не всегда дорогое средство хорошо ложится на кожу и хорошо носится. Достаточно бюджетный вариант может быть вашим идеальным вариантом. Так, бровки сделали, я немножко маркером заполнила пустоты и гелем зафиксировала, немножко зачесала наверх. Под бровку обязательно наносим хайлайтер. Увеличивается глазик, ну то есть у нас становится он больше визуально. Ну и красивое свежее сияние. Цвет теней желательно подбирать по своему цветотипу. Вот если знаешь свой цветотип, можно заморочиться и пойти на курсы макияжа. Можно в интернете поискать, определить, какой у тебя цветотип и какие цвета тебе подходят. Самый беспроигрышный вариант теней – это коричневый. Подходят всем, без исключения. Є такі люди, кому взагалі не потрібно економити на нарядах. В їх розпорядженні кращі будинки моди, їм доступні всі найновіші колекції від кутюр. Голівудські зірки до виходу на червону доріжку готуються ретельно і заздалегідь. Витрачають на це безліч грошей і при цьому примудряються виглядати без смаку і провально. Хто зірок на останній церемонії Золотого глобусу виглядав елегантно і стильно, а хто витратив гроші даремно, розповість наш модний експерт. Красивая женщина, богатая, как бы всегда у нее есть вкус, всегда может. Если бы она даже в купальнике пришла в стразах, честно говоря, как бы никто не удивился бы. Я просто не знаю, вот как она в жизни вот одевается, и она может считать, что это очень круто. Хотя вот дисбаланс верха и низа вообще, вот что-то вот такое, как будто взяла полотенце, обвернулась. И, ну, как бы, типа, вверх. Но если бы юбка еще как-то там могла бы быть как-то, да, то вверх как-то странно. Но тоже, как будто вот не хватило ткани. Но тоже, я же говорю, вот хотелось эпатировать. Вот, в общем-то, да и все. Как будто вот одну сторону мы приодели, а вторую, типа, обнажили. Не ее. Вот я бы, честно говоря, она хотела, может быть, в самом деле эпатировать. Я понимаю, что это платье какое-то безумно дорогое вообще. Там, и вот она думала, что просто она затмит всех. Ну, как-то, не знаю, может, сама себя. Нет, а слушай, вот знаешь, вот не всегда можно тренду, ну, тренд серебро. Так что, ну, хорошо, там, год этой крысы или мыши, там, этой серебристой или какой-то, что, блин, должны все ходить в серебре. Ну, вот реально, вот просто сам фасон платья, может быть, верх отлично, посмотри, а низ ужасно.
с одной стороны, вот неплохо у нее, и платье отличное, черное. И вот ей, ну вот всегда вот они с распущенными волосами, но это тоже как бы, ну блин, завяжи ты какой-то хвостик себе, эту дульку. Сейчас это очень актуально, это модно, это круто вообще. И украшение твое бы сразу по-другому бы сияло, понимаешь, и была бы просто... Ну вот они не заморачиваются, им, честно говоря, вот как-то по барабану. Не ходите на шопинг одни, вот, возьмите там какую-то лучшую подругу или друга, вот, и они вам помогут как-то определиться с выбором, потому что это очень правильная тема. Сподіваюся, наші поради були корисними для вас. І відтепер ви будете планувати свій гардероб набагато ретельніше. Слідкуйте за новими випусками та новими модними лайфхаками. З вами була Вікторія Міглазова. До зустрічі!